Ребят, всем привет. Сегодня расскажу про плату. Вот у меня такая плата есть. Гигабайт GA-H110D3A. Вот. И такая проблема, в общем, она постоянно ребутится, то есть перезагрузка уходит. Вот, перезагружается, и на экран, то есть ничто, ничего не выводится. Экран черный, даже не успевает в BIOS выйти. Вот, BIOS я скидывал уже неоднократно, то есть ничего мне не получается. Итак, включаем. Я вот здесь поставил спикер, чтобы хотя бы понять, что это за ошибка вообще выдает и как, куда копать вообще. Вот слышите, как пикает. Вот, и уходит в перезагрузку снова. Вот опять запускается. Вот и снова спикер пикает. И еще раз. Вот слышите, монитор при этом черный, то есть ничего не загружается, даже до BIOS'а не доходит. Вот. Собственно, в чем была причина? Долго я, короче, прыгал, пока спикер не вставил. В итоге оказалось, что вся причина у нас в оперативке. Сейчас мы это все дело выключим. Все, хватит нам пищать. Сейчас мы вытащим оперативу. Вот такая оператива стояла, вот. Патриот и т.д. и т.п. В общем, я эту вообще покупал плату бэушную вместе с оперативкой, с процом, и кулер здесь уже стоял. Потом я пошел купил в ДНС новую оперативку. Вот, так, потому что спикер этот пропикал. Я, в общем, загуглил, посмотрел, что эти пикания обозначают. Вот, и пошел купил оперативку. Потом я ее вставил, и, о чудо, у меня все заработало, то есть все стало работать нормально. Всякие ребуты ушли. Так, вставил я оперативку. Монитор я подключил вот через VGA, то есть на встройку получается. Вот. И сейчас мы это все дело попробуем опять включить. И смотрим, что из этого получится. Слушаем спикер. Вот, один раз он пикнул. И у нас монитор все загорелось, заработал. Все, пошла загрузка. То есть все стало нормально. Вот реально из-за вот оперативки вот такая вот штука как бы получается. Вот. А я звонил в несколько сервисов, они, короче, сказали, что неси нам плату, у нас будет диагностика стоить от 500 рублей. Если BIOS скидываем или перепрошиваем, то это от 1000, короче. Вот. Но я как бы вот спикером обошелся, он меня реально выручил. Вот. Так что вот так вот. Ладно, вот такая вот проблема. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, может, кому-то помог. Вот. Всем спасибо. Всем пока. Подписываемся, жмем лайк. Всем удачи.